Я думаю, что если говорить о развитии, то тут никто не станет спорить с тем, что роль Китая практически лидирующая. Китай – самая мощная экономика, у Китая есть инвестиционные ресурсы, у Китая есть свои проекты, один пояс, один путь, например. Или Китай является одним из лидеров в всеобъемлющем региональном экономическом сотрудничестве, вот РЭП, вот эта организация в партнерстве. То есть у Китая есть много возможностей для того, чтобы развивать азиатские экономики. И очень важно, что вот многие китайские инициативы приобретают характер многосторонних инициатив. То есть это не только Китай, это Китай и еще другие страны, которые тоже могут принять участие в таких проектах. Будущее, мне кажется, не вот за такой жесткой биполярной структурой, а будущее за структурой гораздо более гибкой, в рамках которой можно будет формировать ситуативные коалиции для решения конкретных проблем безопасности.